мы в магазине. Тут есть, короче, игрушки. Вот, допустим, есть мечи. Что тут еще есть? Люди есть. Убойная сила. Есть резиновые сапоги. О, прикольно. Для малышей есть. Тут есть тапки. Тут есть белые тапки. Здесь такие свитера. Свитера есть. Здесь плеть такая. Есть еда. Рамки есть. Носки. Колготки есть. Вот, выбирай. Есть Андрей. Есть Андрей, да. Вот и женская шляпа. Есть порошки. Есть подгузники, а, это памперсы. А что, памперсы не подгузники? И самый главный инструмент всех пользователей – это туалетная бумага. Yeah. Все.